гости канала «Успеть за одни сутки». С вами снова Людмила. И вы спросите, а что это у меня там булькает на плите в такой широкой кастрюле? А булькает это у меня сладкий перец, или, как многие привыкли называть его, болгарский. Делаю я заготовку, которая называется «Маринованный перец на зиму». Из чего он делается конкретно? Значит, в принципе, мы берем где-то 3 килограмма болгарского перца. Я буду называть уже чистый вес. Затем нам понадобится 3 четверти стакана сахара, 1 столовая ложка соли с горочкой, ну, штучки 3 лавровых листа, которые нужно немножко сломать, 2 штучки гвоздики, 5-6 столовых ложек уксуса и полстакана растительного масла. Ну, еще раз скажу, на 3 килограмма перца. Что мы делаем сейчас? Вот перец был помыт, очищен, вынута сердцевина, убрана плодоножка и сделан маринад. Вот этот маринад был сделан в 1 литре из тех специй, которые я назвала. Сейчас перец у меня благополучно кипит под вот этой крышкой, которая не от этой кастрюли. От этой кастрюли крышка, я не знаю где, потому что кастрюля была куплена не мной, а ее покупала свекровь давным-давно. И вот эта замечательная емкость досталась мне от свекрови, ну, скажем так, в наследство. Перец варится в этом маринаде уже, наверное, минут 7. Ну, где-то минут 10 его надо варить. Смотрите, красивый какой цвет. Красный перец даже свой цвет не потерял. А что я хочу сказать? Вот перец садовое кольцо, он очень толстенький и очень сладенький, кстати. Вот, осталось кипеть ему недолго, перцу. Сейчас я прикрою крышкой. Пока. И я простерилизовала банки. И в банке на дно положила, ну, по крупному такому зубочку чеснока. Вот, в общем-то, и вся готовка. Сейчас это дело еще прокипит немножко. Болгарский перец будет уже мягкий. И я прямо пинцетом, вот этим вот замечательным, обычный медицинский пинцет, буду раскладывать перец, порезанный вот такими вот четвертушками, по банкам и заливать маринадом и закрывать. Вот и все, будет приготовление. Прошу еще несколько минут. Давайте посмотрим, как выглядит перец. А выглядит он вот так. Он потерял свою ярко-зеленую окраску, стал посветлее и как бы больше желтого цвета. Он мягкий, как вы видите, он вон замечательно уже сгибается. Вот видите, я его сгибаю, и он сгибается. Он потерял свою прям вот такую, ну, упругость, скажем так. И это значит, что его пора раскладывать по банкам. Больше мы его здесь томить не будем. Ставлю на маленький огонь, чтобы кипело всего лишь, и буду раскладывать банки. Прямо вот так, пинцетом. Ну, правда, сейчас я просто возьму банку в руку, чтобы вот она лежала вот так, и было удобно перец закладывать в таком положении, чтобы он прям в баночке потом был вот так вот вертикально. Пьем вкусным маринадом. Я уже наполнила одну баночку маринадом, но еще не доверху, вот доливаю под завязку и теперь закрываю крышкой. Нужно следить, чтобы маринад был по всей банке. Ну вот, процесс и завершен.
В итоге получилось у меня 4 баночки по 750 миллилитров и одна, ну не знаю, не замеряла, может быть 650, там, ну немного поменьше, одним словом. Вот такая вкусняшка на зиму. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал «Успеть за одни сутки». Спасибо, что смотрели видео до конца.